Влада не плавает, а то палец порезала и больно. Отдыхаем. Вода, конечно, не супер-пупер теплая, но после Вашингтона водичка то, что надо для нас. Люди какие-то камушки собирают. Не знаю, что за камни. Даже видела пару раз рыба всплескивалась. Дарина играет. Вау, какая у тебя пирамидка вышла, Дариночка. Ты молодец. Какую яму вырыл? Илонова здесь сидит. Водичка прозрачная, но по сравнению с августом уже потемнело. Вода выглядит более темная. Привет. Илона плавала и нашла папы. Вот сидит теперь в воде, надеясь что-нибудь еще найти. Ты его опять бросила, потеряешь.
Песок колет тебя? Глаза? Смотрите в воду. Голову не уходите, а то глаза будут петь. Давай, вот сюда, вот. Очки уже этот раз не брала, да? Мама! Вы тут плавали, да? Да. Мама, мы идем в маленький бассейн. С бабушкой сейчас пойдете. Это мы переехали с пляжа возле отеля к бассейну поближе. Мама, я думаю, тебе одно место понравится. А, тут можно прям в воде отдыхать. Девочки плавают в воде. Классно. Мама уже приготовилась загорать. Дарина там возле нее. Девочки. Все плавают.
классно, людей мало. Погода еще теплая. В комнатах в отеле все равно включается кондиционер. Просто замечательно.